Теракт в Иране во время военного парада в городе Ахваз на юго-западе страны неизвестные открыли огонь по участникам парада и зрителям. Согласно данным иранских СМИ, погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 получили ранения. Подробнее в нашем материале. Стреляли из парка рядом с площадью, где проходил парад. Огонь открыли 4 человека из автоматов. Одеты они были в военную форму. Ввели огонь на поражение по зрителям и одновременно по трибунам, где присутствовали приглашенные официальные лица и военные чины. Прямо посреди парада в нас начали стрелять люди, одетые как военные. Они стреляли в женщин и детей. Огонь вели вслепую. Как я понял, у них не было каких-то определенных целей. Они просто стреляли в тех, кого видели перед собой. Среди раненых один ребенок. Среди погибших – журналист и 8 членов Революционной гвардии Ирана. Двое из нападавших были убиты ответным огнем. Еще двое задержаны. Как мы выяснили, четверо террористов, которые совершили сегодня атаку в Ахвазе, принесли оружие заранее и спрятали его вблизи места, где планировался парад, чтобы потом в назначенное время напасть на мирных жителей. Это кровавое преступление направлено на то, чтобы разрушить мир в нашей стране. Тем, кто совершил эту атаку, не удастся добиться своего. После этого люди станут только сильнее. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал дать жесткий ответ на действия террористов и привлечь к ответственности тех, кто финансирует терроризм. Прокомментировал атаку и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Ахваз атаковали террористы, подготовленные, вооруженные и проплаченные иностранным государством. Иран считает ответственным за это нападение спонсоров терроризма в регионе и их американских хозяев. В защиту наших граждан Иран даст быстрый и решительный ответ. Тем временем ответственность за теракт взяли на себя одновременно две группировки. Национальное сопротивление Ахваза, которое, как утверждает, отстаивает права арабского меньшинства в регионе, и Исламское государство. Впрочем, ИГИЛ так и не смогла доказать, что за атакой стояла именно она. В эти дни Иран отмечает очередную годовщину с начала войны с Ираком в 1980-1988 годах, в связи с чем в стране проводят многочисленные военные парады. Екатерина Кравец, подробности, телеканал «Интер».